Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать, как своими руками можно зашить дырку на пуховике. У меня случилось несчастье, и я порвала пуховик свой в самом низу. И вот у меня была булавочка, я моментально ее достала, схватила эту дырку, чтобы из нее не повылетал пух, и вот так прихватила. Вот я нашла вот такую киперную ленту. Настрочу эту киперную ленту. Вот так догну ее с этой стороны и переверну туда, и там также. И дырка будет закрыта. Давайте приступим к работе. Я ее начну с изнаночной стороны. У меня лицевая сторона 100% получится аккуратная. Значит, сейчас я вот так приколю, просто аккуратно, видите, да, я вот накрываю все строчки сейчас с изнанки, и все, у меня готова закрытая моя грязная часть работы. Вот здесь у меня строчку надо соединить поточнее, колю булавочку я. Все, можно снова строчить очень аккуратно. Просто здесь я сделаю строчку немножко выше, чем с изнанки. Оставлю вот такой краешек свободный на этой тесемочке, чтобы смотрелось, как будто это специально какая-то отделочная деталь. Вот смотрите, как у меня получилось с изнанки, все чисто, видите, да, вообще. Строчка легла где-то здесь в тесьме, и теперь уже это никого не интересует. Все получилось очень аккуратно. Я, пока у меня нет той бирки, которая мне нужна, я пришью вот такую бирку. Она тем самым возьмет на себя акцент вот этой тесьмы. Пришивать я буду просто простыми нитками, несколько стежков пришить, так как я уже наметила все. Надеюсь, вам пригодится мой мастер-класс о том, как снова можно зашить красивую дырку. Узелок. Пару стежков туда-сюда, и все зафиксировано, и опять я нитку увожу туда вовнутрь. Никогда не обрезайте нитку под корень под узел, потому что она все равно развяжется. А вот для того, чтобы развязаться почти 3 сантиметрам, это надо постараться. Вот это изнаночная сторона. И вот лицевая сторона. Не знаю, понравится вам или нет, но я очень довольна. Пусть будет так. И опять же, хендмей сделан руками. Всего хорошего. Спасибо за просмотр.